Майдан затянут черным дымом. Силовики пытаются удержать позиции при помощи бронетехники. Из здания Верховной Рады эвакуировали сотрудников аппарата украинского парламента. Киев продолжает оставаться фактически на осадном положении. Парализовано движение общественного транспорта. Закрыто метро. Отменены междугородние и международные автобусные рейсы в украинскую столицу. И сегодня стало известно, что рейсовый автобус Тирасполь-Санкт-Петербург, следовавший транзитом через Украину, этой ночью подвергся нападению. Повстанцы бросили в микроавтобус коктейль Молотова. Но когда убедились, что в маршрутке обычные пассажиры, автомобиль отпустили. Пострадавших нет. Водитель, который выполняет данный рейс, это водитель молдавского перевозчика, который работает на нашем маршруте. И так как все-таки в целях, скажем так, безопасности наших граждан, которые покупают билеты на этот маршрут, в целях безопасности самого водителя, было принято решение о приостановлении маршрута в этом направлении. Через Киев следует и ежедневный маршрут Тирасполь-Москва. Его работа также приостановлена. Напомним, вчера был временно отменен маршрут Бендеры-Киев. Жители Приднестровья, которые уже приобрели билеты в этих направлениях, могут сдать их обратно в кассы. Госслужба транспорта и дорожного хозяйства рекомендует воздержаться от поездок в киевском направлении и владельцам личных автомобилей.